Итак, ребята, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Следующая модель у нас на обзоре будет от фирмы Skechers. Со стилькой Memory Foam, второй версии. Модель называется Skechers Air Elementary Round. Ценник 6000. Модель выполнена из меж-сетки. Рассчитана на лето, на осень весну, но не дождливую. Здесь используется такая вот подушка. Воздушная. То есть можно посмотреть на аналог Air Max. Вот она. Не знаю, насколько она, конечно, прочная. Надо тестировать, носить. Ничего не могу сказать. Модель новая, только вот недавно пришла к нам в магазин. Подметка выполнена из износостойкой резины. Вот с таким вот протектором. Начал Skechers. Защита мыса присутствует. Задник в средней жесткости. Петля для снятия. Стилька, как я уже сказал, Memory Foam. Что смягчает нагрузку на суставы, на пяточную область, ну и, собственно, на саму ногу. Сейчас мы их померим. Посмотрим, как будут смотреться на ноге. Померил я данную модель, ребята, что могу сказать. Модель с узкой колодкой, то есть вот видите, да? Вот в этой части узко, опять же. У кого нога широкая и широкая колодка, эта модель не подойдет. Либо берите на размер больше. Вот, но лучше, конечно, рассмотреть другую модель. То есть для средней, для узкой колодки модель вообще идеальна. Довольно-таки удобная, комфортная, легкая. Хорошо амортизирует за счет этой вот подушки воздушной. Skechers Air. Вот. Еще раз, модель называется Elementary Ford, 6000 рублей, продается в наших магазинах сети Sportmaster. Всем, кому понравилась данная модель, приходите к нам в магазин и покупайте ее. Всего хорошего, ребят, увидимся в следующих видео. Всем пока. И спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, еще будет много интересных обзоров новой обуви. Впереди осенний, зимний период. Я думаю, будет интересно. Всем пока.